Я знаю, что вы ждете эту новость и задаете мне очень много вопросов в директе. Значит, последние новости по поводу ситуации с преследователем. У меня состоялась встреча с адвокатом, очень хорошим, опытным. И мы будем вести это дело. Сразу скажу, что дело сложное, но я понимаю, что меня легкого пути не ждет, но я готова идти до конца, я готова бороться за свои права. Буду вам сообщать информацию по мере поступления, ну и такую информацию, которую можно говорить. Конечно же, мы ведем все это дело с преследователем в суд. Еще знаете, я здесь хожу, думаю каждый день об этой ситуации. Еще и потому, что очень много историй получаю в директ от женщин, которые каждодневно подвергаются насилию, как психологическому, так и физическому. Ну, какой здесь выход? Здесь выход один — объединяться. А вот если там, я не знаю, условно вы живете в Запорожье, в Днепре, в Одессе, найдите тех женщин, которые тоже терпят насилие. Объединяйтесь, заявляйте об этом публично. Идите в суд, адвокат, полиция, защищайте свои права и помните, что вы не одни. За вами стоит тысячи людей. Вот правда. Просто осознайте это и обращайтесь за помощью. Только так большим количеством можно решить проблему. Так что, девочки мои, всем удачи. Я вместе с вами. Пусть у вас будет все хорошо.